С летних колес на зимние. Синоптики прогнозируют похолодание и гололедицу. Автомобилистов просят быть внимательнее. Тем временем в мэрии Омска тоже готовятся к зимнему сезону. Автопарк готовит к морозам, но износ техники критический. К зимнему сезону чиновники планировали закупить 63 снегоуборочные машины, но желающих предоставить технику в лизинг на 5 лет за 137 миллионов рублей не нашлось. Поэтому дорожникам придется обойтись имеющимися машинами и переоснащать их. С той, что летом моет асфальт, снимать баки с водой и менять их на емкости с песко-соляной смесью.